Дорогие друзья, переходим к нашей второй встрече, к нашему практическому мастер-классу. И я с большим удовольствием хотел бы вам представить нашего уважаемого гостя Антон Назаров, директор по связям с общественностью компании «Интеррао», руководитель блока информационной политики «Интеррао». Собственно, как эксперт и практик в сфере пиара и связи с общественностью, он сейчас с вами поделится своим опытом. Антон, вам слово. Здрасте, уважаемые коллеги. Именно так хочу к вам обращаться. Вот сейчас настроят, я вам презентацию подготовил для того, чтобы было конкретно все понятно. Эта история, она мотает, да? Что-то вы мне... Ну, я в двух словах расскажу, значит, сейчас в презентации это тоже частично будет. Компания «Интеррао» – это на сегодняшний день одна из ведущих электроэнергетических компаний мира. Самая дорогая и крупная электроэнергетическая компания России, в которую входит много чего. Чё, да вы там просто на весь экран делаете, да и все. Вот, мне довелось формировать, по сути дела, подразделение, которое занимается информационной политикой, то есть всеми видами коммуникации, которые существуют. Вот всеми этими основными вещами мы занимаемся в компании. У нас в функциональной подчиненности работает около 300 человек в 15 странах мира, включая Россию. Соответственно, здесь нам... в этом смысле равных нет. И я вам, собственно, хотел как раз, когда вот тут, наконец, заработает все это, значит, показать... Это называется, почему нельзя сексом на площади заниматься, да? Советами замучают. О, да. Замечательно. Значит, я хотел вот вам показать, собственно говоря, на примере нашей коммуникационной стратегии, каким образом компания функционирует, каким образом организованы в ней коммуникации, как внешние, так и внутренние корпоративные коммуникации, соответственно, да, мы в целом занимаемся всеми видами коммуникации, поэтому, соответственно, любые вопросы на эту тему буду, на любые вопросы на эту тему буду готов ответить. Значит, у нас существует в компании, для начала, вот просто скажу, у нас существует компания «Стратегия развития». Она охватывает период на сегодняшний день до 2020 года. Утверждена она была, актуализирована в 2014 году, то есть на 5 лет вперед. В рамках нее утверждена коммуникационная стратегия, которая, собственно, регламентирует все, что связано с развитием в отношении вот нашей этой сферы ответственности, информации, коммуникации и так далее. И, собственно говоря, одна из основных задач компании является ее инвестиционная привлекательность для акционеров. Акционерами нашими являются различные компании, включая государство наше российское, поэтому также 29% акций принадлежит частным инвесторам, так называемый free float, который котируется на московской бирже. То есть компания является рыночной и публичной, что накладывает на нее, естественно, массу дополнительных ограничений и обязательств.
Значит, ну вот мы тут ее актуализировали, тут не очень, наверное, может, хорошо видно. Это география деятельности, основные регионы присутствия Интерао, чтобы вы в целом понимали. Ну, это преимущественно Российская Федерация, тут больше есть детализация по регионам, да, где что у нас находится. Плюс есть проекты в самых разных частях и странах мира, включая Латинскую Америку, Азию и так далее. Там, где мы выступаем либо подрядчиком строительства в рамках наших инжиниринговых компетенций, или поставляем оборудование, в том числе российского производства. Вот это три основных фокуса, три основных приоритета, которые мы для себя обозначили в рамках основной стратегии развития. Первая история – это фокус на эффективность текущего контура активов, как вы видите вот слева. Да, и органический рост. То есть мы в свое время достаточно активно занимались M&A практикой, то есть приобретением активов самых разных, которые, как мы считали, должны войти в контур группы Интерао и обеспечить синергетический эффект в интересах акционеров. Вот, собственно говоря, то, что мы купили, необходимо, значит, структурировать, интегрировать в единую структуру компании для того, чтобы она показывала свою эффективность. Вторая история – это снижение M&A активности на зарубежных рынках. Ну, здесь понятно, что с 2014 года, значит, геополитическая составляющая существенно изменилась, вынуждена была и нас, вынудила нас внести также изменения в стратегию. Естественно, ряд рынков оказался для нас точно не приоритетным, как минимум, а в некотором смысле и закрытым, поскольку регулирование этой деятельности в ряде стран осуществляется явно не в интересах иностранных компаний по отношению к этим странам, я имею в виду, а ситуация, связанная с Украиной в 2014 году, она, естественно, скорректировала ряд вещей в отношении дружественности рынков с точки зрения того, чтобы мы там работали, с одной стороны, и с другой стороны, это доступ к капиталу. Соответственно, доступ к рынкам капитала зарубежным был существенно ограничен в рамках режима санкций, поэтому, соответственно, мы стали опираться в основном на собственные ресурсы. Третье – это акцент на рост стоимости. Здесь речь идет об участии в проектах в рамках реализации стратегических интересов Российской Федерации, то есть это различные и геополитические проекты, но те, которые не оказывают существенного негативного влияния на акционерную стоимость компании. Значит, эффективность реализуемых проектов – это является одним из основных приоритетов для нас, поскольку мы, еще раз говорю, публичная компания и ежеквартально отчитываемся перед акционерами и инвесторами о том, каким образом мы движемся к достижению основных параметров нашей стратегии. Значит, ну, это основное то, что связано с основными глобальными и страновыми тенденциями и вызовами. Я думаю, что там я эту презентацию потом оставлю в каком-то виде, да, вы сможете ее изучить, чтобы сейчас не читать, и я вам там вслух не... Просто для того, чтобы вы понимали, о чем мы, что мы коммуницируем и каким образом, надо понимать, что это за тезисы, да, каким образом мы это, из чего мы исходим, когда мы осуществляем всю нашу коммуникационную деятельность. Значит, вот это несколько слайдов будут посвящены результатам нашего репутационного аудита. Это является одним из основных инструментов для нашего понимания того, каким образом мы, правильно ли мы вот, ведем нашу информационную коммуникационную политику. То есть мы спрашиваем в рамках различных опросов у наших целевых аудиторий или так называемых стейкхолдеров, каким образом они относятся к компании, как они ее видят, насколько она правильно представлена в рамках, соответственно, энергетического ландшафта, какие действия она осуществляет правильно, какие неправильно, какие могут быть пожелания, замечания, дополнения и так далее. То есть мы, по сути, получаем обратную связь со стороны всех аудиторий, как внешних, так и внутренних. Результатом этого является единый продукт, который называется репутационный аудит, который делается ежегодно. Вот это результаты за прошлый год. Новые результаты будут, соответственно, в феврале месяце следующего года за этот
Вот, но я вам основные вещи могу сказать, да, вот, собственно, представить здесь. Значит, основные события, которые формируют деятельность в отрасли, в секторе, это, ну, энергоблокада Крыма, вы слышали, я думаю, об этом, да, и взрыв там линии электропередач, которые питали Крымский полуостров со стороны Украины. Значит, строительство, соответственно, подводного моста, энергомоста в Крым с территории материковой России. Вот, естественно, это одно из основных событий, которое сформировало отношение к сектору. Продолжение войны санкций, осложнение отношений с Турцией. Ну, вы помните, сейчас оно уже существенным образом преодолено, но тем не менее в тот момент оно было. Значит, падение курса рубля, усиление кризиса и так далее. Ну, я думаю, что это тоже в целом понятные вещи. Справа это тенденции отрасли. Значит, там сравнение, соответственно, с 2014 годом, 2015 к 2014. Госрегулирование, обратная консолидация активов после разделения в ходе реформы. Вы знаете, была реформа РАО ЕС России, в результате которой у нас были созданы монопольные и конкурентные сегменты в электроэнергетике. Монопольными стали сети. Это распределительные сети, это федеральные магистральные сети. Собственно, это две компании Россети, в которую входит структура МРСК, межрегиональный распредкомплекс, и федеральная сетевая компания, которая является, в общем, тоже одними из лидеров в этом сегменте. Это монопольные сегменты, то есть там нет никакой конкуренции. И 35-м федеральным законом об электроэнергетике было, собственно, установлено, что в одной компании одному владельцу не могут принадлежать одновременно монопольные сегменты и конкурентные. Вот мы работаем, собственно, в конкурентных сегментах, сети в Российской Федерации нам не принадлежат. Конкурентные, собственно, это генерация, как электрическая, так и тепловая. Это сбытовая деятельность, розничный рынок, это инжиниринговая деятельность, это экспорт-импорт электроэнергии, ряд других. Ну, чуть позже я на этом остановлюсь. Это просто, чтобы вам было понятно вкратце, да, таким простым языком, каким образом, в общем, компания «Интеррау» на сегодняшний день функционирует в контексте реформы РАО ЕС России. Вы знаете, РАО ЕС России прекратило свое существование в 2008 году, 30 июня. Соответственно, вот с тех пор существуют уже разделенные компании в виде вот монопольных сегментов, как я сказал, сетевой комплекс преимущественно, и ну, там еще системный оператор, то есть диспетчер единой всей энергосистемы, и, соответственно, конкурентный сегмент, который я тоже вам перечислил. Вот мы в основном работаем, ну не в основном, а работаем только в конкурентных сегментах, поскольку законом нам запрещено работать в монопольных. Хотя сети нам принадлежат, но не в Российской Федерации, а в сопредельных странах, в частности в Армении и в Грузии. Ну и здесь, соответственно, как вы видите, тут просто, наверное, не все видят, но это может быть и не суть важно, цитаты отдельных стейкхолдеров в отношении компании. То есть у нас, естественно, есть полный список, но это самые яркие цитаты. Вот, в частности, иностранные СМИ мы спрашивали, каким образом они оценивают нашу деятельность. Финансовые аналитики, регуляторы, вот, зарубежные партнеры и так далее. С точки зрения известности энергокомпаний, значимости их с точки зрения присутствия в информационном поле, вы видите, что компания «Интеррау» вот, относится к разделу «высокие» и является одним из лидеров рынка. Вот, вес в отрасли коммуникационной и, по мнению СМИ, игроков рынка и регуляторов является практически наивысшим. Только в разделе «регулятора» мы проиграли компании «Русгидро», и то, я думаю, в этом году ситуация изменится. Вот. Но, тем не менее, вот мы являемся здесь лидерами в этом отношении. Это по интегрированному мнению. В общей сложности, чтобы вы понимали, опрашивается порядка 700 человек. И это 700 человек не на улице опрашивается население обычного. Да? Это 700 человек как раз тех людей, которые принимают решения в отношении отрасли, регулируют эту деятельность. Это представители министерств, ведомств, администрации президента, там, регулирующих органов в регионах, губернаторы, финансовые аналитики, инвесторы, журналисты, российские журналисты, региональные журналисты, иностранные. В общем, все те, с кем мы взаимодействуем. Партнерские компании, конкуренты, опрашиваются все. Опрашиваются не нами, обращая внимание, возможно, такой вопрос появится, да? Опрашиваются по нашему заказу пулом компаний, в том числе компании ВЦИОМ,
в том числе компаниями на зарубежных рынках, это местные и зарубежные компании, и все это проходит под легендой, соответственно, опроса в отношении энергетической отрасли в целом. То есть речь не идет о том, чтобы, что мы говорим, что это опрос компании Интерау, скажите, какие мы хорошие, да, то есть это независимый опрос, и мы из него исходим, ну, в части того, чтобы корректировать нашу коммуникационную стратегию в случае, если где-то мы начинаем испытывать с этим проблемы или какие-то негативные тенденции. Ну вот некоторые яркие примеры, в частности, вот сильные и слабые стороны участников рынка. Здесь оценены как раз три основные компании, то есть две из них это наши конкуренты прямые. Вот ГЭХ – это «Газпром Энергохолдинг», входит в «Газпром», группу «Газпром». То есть это электрогенерация и теплогенерация, которая входит в группу «Газпром». Ну, в частности, это компания «Мосэнерго», например, которая в Москве является основным поставщиком электрической и тепловой энергии. Это ТГК-1, это северо-западный регион, соответственно, России. Это и ОГК-2, ОГК-6, которые объединились. Это ряд электростанций, соответственно, электростанций, не тепловых. Вот, соответственно, и Русгидро. Русгидро – это крупнейшая компания в области гидроэнергетики, которая, в общем, очень долго, по крайней мере, в последние все 20 лет, она раньше называлась компанией «Гидро-ОГК» тоже. ОГК – это компания оптового генерирующего комплекса, соответственно, да, чтобы вы понимали расшифровку. Вот она была лидером рынка. Вот в конце прошлого года лидером рынка стала «Интерау», чем мы, конечно, гордимся. Вот здесь оценены, видите, да, параметры компании по принципу положения на российском рынке, представленность на международном рынке, финансовая устойчивость, инвестиционный потенциал и так далее. В общем, по всем ключевым критериям, которые для нас важны с точки зрения развития и исполнения нашей стратегии. Вот, и везде мы выигрываем существенно у конкурентов в основном. Поэтому, в общем, что является для нас позитивным, конечно, заключением. Это основные события, которые сформировали, по сути, повестку дня в отрасли. Здесь вот, собственно, две основные компании, два основных графика, вот голубой и оранжевый. Это, собственно, мы и Русгидро, то есть в основном это те, кто формирует, по сути, информационный фон в отношении отрасли. Вот мы здесь тоже существенным образом выиграли. Вот если кому там интересно более подробно, сможете прочитать про эти события. Если кто конкретно этим сектором интересуется, думаю, что тоже вам будет не безинтересно. Значит, здесь это тональность упоминания, это еще один критерий, который мы применяем. Тональность упоминаний, то есть это позитив, негатив или нейтральное упоминание, да. Соответственно, у нас это в ключевые показатели эффективности зашито, то есть соотношение позитивных и нейтральных по отношению к негативным публикациям. Здесь мы тоже являемся одним из лидеров, так что тут просто не очень видно. Вот слева это группа Интерау. 13-й, 14-й, 15-й годы, потом Русгидро, и он, это бывшая ОГК-4, которая принадлежит немецкой компании, как, она как инвестор после реформы РАО зашла в российский сегмент, ЕОН. Вот, дальше Enel идет, это итальянская компания, тоже была инвестором, и она продолжает в секторе являться одним из лидеров. Вот ГЭХ тоже уже вышеупомянутый, Т+, который, это компания Виксельберга, крупнейшая российская частная компания в электроэнергетике. И Фортум, это финские инвесторы, они купили ТГК-13, тепловую генерирующую компанию. Ну, соответственно, наилучшее соотношение позитива и негатива тоже у Интерау. Значит, здесь тематический контекст упоминаний. Тут важно, что мы в свое время корректировали стратегию с точки зрения того, чтобы мы акцентировали в основном внимание на том, что у компании Интерау стратегии есть. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, каким образом мы это делаем. И, собственно, целевой у нас была задачей не менее 50% сообщений, которые у нас появляются, чтобы были связаны с наличием у нас стратегии и желательно детализации, в чем эта стратегия заключается. Собственно, мы этого добились, и у нас вот финансовая информация, операционные показатели, то есть основное, что связано с стратегией, занимает 52,2%. Вот. Ну, остальные темы тоже являются важными, естественно, вот, но, тем не менее, они тоже актуальны.
Значит, естественно, когда мы считаем, мы оцениваем по двум типам показателей, качественные и количественные. Я не буду тут сейчас детализировать, опять же, кому интересно, потом посмотрит. Вот, здесь это, собственно, все видно. Ну, вот это вот, собственно, основные целевые параметры компании, которые должны существовать к 2020 году, вот справа желтым выделены. В 2015 году, это, собственно, к чего мы достигли уже к 2015 году, потому что первая стратегия возникла в 2010, то есть была как бы пятилетка 2010-2015. В 2015, соответственно, с 2014 была актуализирована на 2015-2020 годы. Значит, вот мы ежегодно существенно перевыполняем даже наши собственные планы по основному показателю, который EBITDA является. Вот, и, собственно говоря, радуем наших акционеров, собственно, этой информацией. Теперь по коммуникационной части перехожу уже от в целом задач компании конкретно к коммуникационным задачам. Значит, основные цели, ну, вот они здесь тоже перечислены, могу в двух словах назвать, если не видно. Информационная поддержка реализации основной стратегии развития компании, то есть все, да, то, что я сказал, да, все должны понимать, в чем она заключается, зачем она нужна, как мы к ней идем. Формирование имиджа эффективной энергетической компании среди всех стейкхолдеров, содействие повышению инвестиционной привлекательности и росту курса акций. У нас курс акций вот за последний год вырос больше, чем на 300%. То есть, несмотря на то, что рынок стагнирует, мы не только не находимся в этой тенденции, мы демонстрируем обратную тенденцию существенного роста, что, в общем, традиционно в нашем секторе не является. Ликвидация и минимизация репутационных рисков, этим мы тоже постоянно занимаемся. Достижение баланса восприятия компании внешними и внутренними аудиториями, чтобы она воспринималась адекватно и со с внешней стороны, и изнутри нашими же собственными сотрудниками, коих, для справки, у нас 52 тысячи человек всего во всей группе Interav работает, так что здесь такая немаленькая компания. Вот. Ну и укрепление репутации топ-менеджеров как экспертов международного уровня. Здесь мы участвуем в самых разных конференциях международного уровня, в самых разных странах, в крупнейших финансовых центрах, и Лондоне, и Нью-Йорке, и Стокгольме, Франкфурте, Париже и так далее. Плюс, соответственно, в столицах государств, где у нас ведется деятельность, которую я вот вам показывал на первом слайде, где была мировая карта. Вот. Ну и отсюда, собственно, следуют задачи, которые, в общем, следуют, ну, из целей следуют задачи, я уж перечислять их не буду, в принципе, я думаю, в целом тоже вам, я думаю, понятно. Значит, вся коммуникационная стратегия делится на три раздела. Первый раздел – это по бизнес-составляющей, то есть, условно, каким образом мы занимаемся поддержкой разных наших видов бизнеса. Я могу сразу сказать, компания Interav, она включает в себя всю цепочку создания стоимости в электроэнергетике, кроме сетевого комплекса, как я вам сказал, да. Поэтому, в общем, аналогов в России у нее нет. Поэтому здесь, собственно говоря, мы, вот поэтому в том числе, я вот Станиславу как раз рассказывал, мы издаем, например, крупнейший отраслевой журнал «Энергия без границ», где наши, если кому интересно, я потом отдельно, может быть, передам, вы тут у себя раздадите, посмотрите. Вот, но это крупнейший отраслевой журнал в стране, его цитируют и российские, и международные СМИ. Вот, это бизнес-составляющая по видам бизнеса, функционал – это виды нашего собственного функционала, то есть, собственно, что включено, я сейчас вот это, про это более подробно расскажу. И третье – это, собственно говоря, разные регионы присутствия, то есть как зависит коммуникационная стратегия от региона присутствия. Значит, в целом, вот если мы говорим о восприятии группы Interav, с чего мы начинали в 2010 году, в 2010 году я пришел в компанию, соответственно, в 2010 году мы начинали с того, что у нас было много хороших, но разрозненных активов, не всем было понятно, зачем все это иметь в одной лавке. То есть, я бы сказал, не то, что не всем, а большинству не было это понятно. Вот, и все нас называли такое РАО ЕС-штрих, которое вдруг решило обратно все собрать. Ну, то есть намекая на неэффективность этого решения, а решение на минуточку передать нам часть непроданных в ходе реформы РАО активов было принято президентом Российской Федерации, тогда это был Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, ну и непонятная стратегия. Вот что вы с этим хотите делать, да?
Вот с этого мы начинали. Потом был следующий этап, 13-15 годы. Мы начали осуществлять реорганизацию, консолидацию, повышение эффективности этих активов, естественно, подробно об этом рассказывая всем целевым аудиториям через самые разные инструменты. И, соответственно, вот эта цитата, кстати, из репутационного аудита, то есть это вот люди говорят, да, мы просто самые яркие выбрали. Вот в этот период характеризуется уже другими вот сообщениями оценка нашей деятельности. Компания последовательно приводит в порядок структуру активов. То есть это уже не разрозненная какая-то непонятная фигня, да, а это уже пытаются что-то менеджмент с этим сделать, чтобы она была более эффективной. И стратегия заключается в повышении эффективности. То есть да, мы еще не совсем эффективны, но мы занимаемся этим. И вы увидите, собственно, этот синергетический эффект в итоге. И, собственно, вот целевая задача, мы ее уже реализуем, как вы видите, да, сегодня у нас конец 2016 года на дворе, стратегия у нас до 2020 включительно. Соответственно, компания эффективно управляет активами, а выбранная стратегия позволяет достичь роста акционерной стоимости. Собственно, это не пустые слова, как я вам сказал, на сегодняшний день самая дорогая электроэнергетическая компания, самые дорогие акции, самые торгуемые акции, самые интересные акции. Вот буквально в рамках своего очередного пересмотра индекс MSCI, который является ключевым для пассивных фондов, с 14 на 15 ноября, вот буквально на днях, пересмотрел свой пул ведущих акций, исключил оттуда акции Мегафона и включил туда акции Интеррао. На чем, собственно, мы получили больше 150 миллионов долларов только притока в наши акции со стороны инвесторов. Это просто свежая вот новость, буквально на днях случившаяся. И это вот не на словах, а на деле демонстрирует то, что в итоге вот справа у нас написано. Ключевые сообщения, которые мы транслируем по отношению к целевым аудиториям, значит, эффективный диверсифицированный холдинг с упорядоченной структурой активов, который включает всю цепочку создания стоимости, значит, тезис номер два, стратегия развития, а которая обеспечивает рост акционерной стоимости, тезис номер три, являясь одним из крупнейших энергохолдингов в стране и в мире, обеспечивает надежные и бесперебойные поставки электроэнергии. Это очень важно для населения, для потребителей, что компания функционирует стабильно, эффективно и надежно. Тезис 4. Значит, следует строгим принципам социально-экологической ответственности, международным стандартам корпоративного управления. Эту историю нам оценивает компания из большой четверки мировой. Это и компания PricewaterhouseCoopers, это и компания Ernst & Young, которые подтверждают самые высокие показатели в части и раскрытия информации, и прозрачности ведения нами бизнеса. И тезис номер 5, собственно говоря, как один из крупнейших участников отрасли, уделяет основное время инновациям, развитию, в том числе отечественного машиностроения, энергомашиностроения прежде всего, ну и так далее. То есть, соответственно, развивает нашу собственную промышленность, как российская компания. Вот, собственно говоря, это является одним из основных тезисов, которые, по сути, опровергают мнение, которое говорит о том, что все государственные компании в России являются неэффективными. Вот. Интеррао – это пример компании, которая абсолютно не соответствует этому утверждению. Значит, это вот виды бизнеса основные, про которые я вам говорил. Значит, это генерация, это базовый бизнес, да, на сегодняшний день для нас генерация электрической и тепловой энергии. Значит, сбыт – это розничный сектор, туда входят крупнейшие сбытовые компании страны, в том числе компания «Мосэнергосбыт», куда кто живет в Москве и области, платит за электричество, да, это как раз наша компания. Тоже такая же, такие же у нас гарантирующие поставщики существуют и в других регионах, в Петербурге, в Тамбове, в Саратове, в Томске, Омске и ряд других регионов. Вот, инжиниринг – это строительство электроэнергетических объектов, поставки оборудования и так далее, и инновации с энергоэффективностью, как отдельное направление. Соответственно, в рамках каждого вида бизнеса, как вы видите, да, есть основные критерии, основные вещи, которые мы доносим до наших целевых аудиторий. Это вот производственные показатели, сервисы, продукты и так далее. Ну, вот можете это посмотреть. Это что касается бизнеса. Теперь функционал. Значит, вот это основные целевые аудитории, с которыми мы работаем. Значит, здесь представлена карта стейкхолдеров.
Вообще я могу сказать, что, собственно, зачем я взял именно, почему я вам рассказываю именно про коммуникационную стратегию, потому что, по сути дела, она в себя вмещает всю коммуникационную деятельность, как ее следует осуществлять в целом. Неважно, крупная это компания, средняя ли это компания или маленькая компания. Очень условно говоря, когда человек, там, специалист по коммуникациям приходит в компанию для того, чтобы, в общем, эффективно заниматься вот этой самой коммуникационной деятельностью, он, по сути, должен вот эти же самые вещи для себя определить. Поэтому это имеет для вас, наверное, многих практическую пользу с точки зрения того, каким образом и в какой логике это целесообразно делать. Так что вот здесь у нас основные целевые аудитории, не буду их перечислять, но я их, в общем, уже многие упомянул, да? Значит, здесь основные принципы нашей коммуникационной стратегии. Вот информационная прозрачность. Проактивность и опережающее информирование, то есть это означает, что мы инициируем сами информационную активность, мы не ждем, когда нам позвонят, зададут нам какой-то неудобный вопрос, мы сами формируем среду и повестку дня. Равнодоступность информации, тут имеется в виду, что все целевые аудитории ее получают одновременно, современный наш сайт, который вот сейчас функционирует, и который мы к концу года запустим вообще новую версию сайта. Там любой человек может подписаться на наши новости, в зависимости от того, кем он является, будет их оперативно получать. Мы давно не рассылаем ни по какой почте никакие пресс-релизы. Каждый получает ту информацию, которую он хочет на сайте. У нас сайт является одним из основных инструментов. Также у нас есть мобильные приложения, мы делаем конкретно, которые называются, можете там найти и для Android, и для iOS. По ключевым словам «Энергия без границ» или «Интеррао». Скачать его себе, там, собственно, лента новостей, аналитические публикации по сектору, то есть, если вам это интересно, вы можете это тоже читать. Ну и вовлеченность руководства, то есть руководство компании, естественно, без этого мы не смогли бы добиться таких внушительных результатов и, в общем, постоянно испытываем эффективное взаимодействие с руководством компании, с руководством совета директоров компании, в частности, совет директоров у нас просто, если немножко, так сказать, такого совсем уже известного, да, совет директоров у нас возглавляет Игорь Иванович Сечин, такой небезызвестный человек в нашей стране. Вот, председателем правления является Борис Юрьевич Ковальчук. Соответственно, здесь, собственно, вот и основные темы коммуникации, то есть что мы, собственно, транслируем, это повышение эффективности, стратегия, инвестиционная программа, финансовые производственные результаты, корпоративное управление, эффективность инноваций. Здесь структура, по сути, блока информационной политики представлена, то есть каким образом это структурировано в компании. Значит, корпоративная коммуникация – это условно пиар, весь пиар, из чего он состоит. Работа со СМИ, финансовые коммуникации, IR, то есть так называемые, международные коммуникации, public affairs, digital. Все, что касается, это вот в этом, в этой части находится. Вторая история – это public affairs или GR. Это общественные государственные организации, иностранные стейкхолдеры, по сути, формирование повестки дня в регулирующих органах, государственной власти и так далее, регионах и так далее. Маркетинг и брендинг – это маркетинговые коммуникации, реклама, спонсорство, мероприятия, организация мероприятий, управление брендом. Это еще одно отдельное направление. Благотворительность и КСО, социальные коммуникации, благотворительная деятельность в регионах и так далее. Ну и внутрикорпоративные коммуникации, это то, что касается внутренних СМИ, которые мы издаем. У нас газета есть «Энергия без границ», которая выходит ежемесячно тиражом почти 20 тысяч экземпляров по группе. Соответственно, есть мобильное приложение для сотрудников. Вот в этом же мобильном приложении там сотрудники могут зайти в своим логином и паролем, увидеть внутренние моменты. Да? Внутренний портал корпоративный. Естественно, мы организуем корпоративные мероприятия, посвященные Дню энергетика, который является нашим основным праздником профессиональным. 22 декабря он отмечается. И День компании, который у нас в конце мая. Вот в следующем году 20 лет будет Интеррао, так что, соответственно, здесь будет отдельно это отфиксировано. Так, ну здесь я и пропущу много текста. Значит, тут в рамках брендинга, соответственно, мы, например, создали групповой бренд, сейчас будем к нему переходить для всех наших сбытовых компаний. Это розничный сегмент, вот тот самый Мосэнергосбыт и ряд других, да, вот это вот, все они будут вот под таким логотипом до 2020 года, и вот этим мы сейчас занимаемся активно.
благотворительная программа. Значит, есть, она состоит, по сути, из сетевых проектов, то есть тех проектов, которые у нас признаны эффективными и реализуются в самых разных регионах страны и за ее пределами. Соответственно, мы их так экстраполируем. Вот какой-то регион что-то инициирует, нам понравилась идея, посмотрели эффективность, значит, соответственно, потом мы рекомендуем другим регионам у себя тоже это внедрить. Соответственно, здесь вот по таким принципам, если там будет интересно, подробнее отвечу. Это по функциональным направлениям и регионы присутствия. Значит, регионы присутствия, каждый регион присутствия, я имею в виду регионы не только Российской Федерации, да, хотя и там есть своя специфика, национальная где-то, религиозная и так далее. Я имею в виду страны нашего присутствия, это почти все страны, которые являются нашими соседями по границе, начиная от Финляндии и заканчивая Казахстаном. Вот там у нас есть активы во всех этих странах, самые разные. Соответственно, естественно, мы там тоже работаем с соответствующими целевыми аудиториями. Значит, это экономика страны, политика, национальные особенности и специфика бизнеса. Естественно, в каждом регионе это свое. У нас вот этот реестр всех этих моментов тоже является, постоянно обновляется и используется в наших коммуникациях. Таким образом, значит, вот таким образом это все функционирует. Значит, группа Интерау предприятия, значит, локальные принципы коммуникации в зависимости от региона, да, и, соответственно, позиционирование группы, то есть компании Интерау в целом в соответствующем регионе или стране, и позиционирование предприятия, вот этого конкретного предприятия, которое в том или ином месте находится, тоже в соответствующем регионе страны и за ее пределами. Последняя часть того, что хотел вам рассказать, контроль и систематизация работы. Значит, каким образом мы оцениваем нашу эффективность? Точнее, не мы, а совет директоров управления Интерау оценивает эффективность блока информационной политики. Значит, ну, это ключевые показатели эффективности. Это план реализации, ПРС, это план реализации стратегии. Значит, ежегодно утверждается план реализации стратегии на каждый конкретный год. В разбивке на каждое функциональное направление, в том числе наше, да, соответственно, там на каждый год свои показатели. Значит, расчет сравнения PR-value, индекс PR, индекс позитива, значит, если будут вопросы, готов тоже рассказать, что это такое, просто чтобы сейчас не грузить. Значит, есть план публичных мероприятий, утверждается ежегодно на следующий год, вот мы сейчас обсуждаем, уже заканчиваем план на 17-й год, он утверждается по группе и реализуется, соответственно, затем с корректировками. Вот. Ну и комплексный репутационный аудит, о чем я вам, собственно, начал говорить, и результаты которого за 2015 год я вам, по сути, кратко представил. Вот. Соответственно, в рамках коммуникационной деятельности, значит, на каждом предприятии вот существует список вот этих документов и инструментов, которые мы используем в коммуникациях. И на уровне группы, соответственно, есть коммуникационная стратегия, это документы, которые регламентируют нашу деятельность, это коммуникационная стратегия, положение об информационной политике. Кстати, положение об информационной политике вы можете прочитать на сайте Интерау, оно висит, оно публично и доступно. Там как раз мы подробно написано, что мы обязательно раскрываем, что мы раскрываем, какую информацию добровольно. Но там вот по общей, весь список этой информации существует. Кодекс корпоративной этики, концепция благотворительной деятельности и концепция управления маркетингом и брендингом. То есть вот охватывает, по сути, все направления нашей деятельности. Вот, собственно, вкратце, что я вам хотел сказать. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Я понимаю, тема сложная, особенно для тех, кто каждый день в этом не варится, да, но именно о кейсе Интерау меня, собственно, попросили рассказать, поэтому я вам, собственно, это я и сделал. Здравствуйте. Не могли бы вы поподробнее рассказать, что такое диджитал и, соответственно, диджитал-стратегия? Ну, отдельной диджитал-стратегии у нас нет, потому что есть коммуникационная стратегия, туда включен весь диджитал, да? Что мы подразумеваем под диджитал? Значит, это в основном три направления. Первое направление – это сайты, промо-сайты и все, что связано с сайтами. Вторая история – это социальные медиа, в широком смысле этого слова, да? Работа и этой социальной сети, это и спецпроекты, и ряд других вещей. И третье – это мобильные приложения. То есть, поскольку мы видим будущее в
том, что связано с конкретным смартфоном у конкретного представителя, значит, нашей целевой аудитории, у конкретного стейкхолдера, да, наша задача сделать так, чтобы всю нужную ему информацию он мог получать в свой телефон, планшет или что-то такое. Вот, собственно, три направления. С точки зрения того, каким образом мы действуем, у нас есть планы определенные, да, там я не думаю, что вам это сильно интересно по количеству аудитории, да. Мобильное приложение мы запустили 3 года назад, на сегодняшний день в нем больше 600 подписчиков, то есть у нас 600 раз скачано, собственно, и постоянно используется это мобильное приложение, но оно пока тоже все равно находится там условно больше московской такой игрушкой, потому что во многих регионах немножко, наверное, пойду немного против тренда и скажу, что в отличие от большинства тех, кто агитирует, что у нас там везде уже интернет мобильный, там везде все уже там со смартфонами, могу вам сказать, что только по официальной статистике Минкомсвязи в нашей стране только 62% населения имеет доступ к интернету сейчас. Это официально, это Минкомсвязи. А с учетом того, что это Минкомсвязи, как вы понимаете, это немного даже преувеличенная статистика. Вот. Более того, мы точно знаем по нашим предприятиям, что в ряде регионов у нас есть, точнее не то, что есть, а есть в лучшем случае один мобильный оператор связи, причем связь эта работает в режиме 2G, то есть это связь, которая не предполагает использование мобильного интернета. Поэтому мы скорее, в общем, приземленно оперируем с той ситуацией, которая у нас есть, объективно, да, не там какие-то шапкозакидательские истории. Мы прекрасно понимаем, что большинство реального персонала на электростанциях привыкло и не хочет отказываться. Мы даже опрос соответствующий проводили именно от бумажной газеты, поэтому она у нас до сих пор издается такими тиражами. Хотя в перспективе мы видим, если мы, мобильная связь будет проникать, да, мобильный интернет широкополосный будет развиваться в регионах нашего присутствия, то, естественно, мы предложим альтернативные источники. Но поскольку мы осторожно и качественно свою стратегию коммуникационную реализуем, то, естественно, мы не можем убрать газету, не дав взамен диджитал. Поэтому, когда мы знаем, что там точно у людей есть возможность, во-первых, они по факту обладают смартфонами, а я вам могу сказать, что у нас в группе Интерау только порядка 40% сотрудников обладают смартфонами. Да. Просто вы должны учитывать, что это производственный персонал, это рабочие, это инженеры на электростанциях, причем в тех регионах, в многих из них мы вообще являемся градообразующими предприятиями, то есть ничего сопоставимого в некоторых местах нет вообще, кроме нашей электростанции. Поэтому и зарплаты там совсем другие, чем те, которые есть здесь, да, это мы тоже должны понимать. То есть есть места, где люди получают 8-11 тысяч рублей в месяц. Но у них нет денег, даже если бы был мобильный интернет, они не считают нужным на него тратить деньги. Поэтому вот это все мы учитываем, поэтому, естественно, как бы быстрее прогресса не побежишь. Да и, в общем, и не наша задача развивать мобильную связь в регионах, да, это задача телекоммуникационных компаний все-таки. Вот. Но мы, когда видим, что они приходят к какому-то хорошему результату, мы, естественно, соответственно, нашим клиентам, нашим стейкхолдерам предлагаем воспользоваться всеми благами диджитал-цивилизации. Пожалуйста. Да. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня к вам вопрос. Если вы сейчас стараетесь привести всю деятельность компании к максимальному КПД до 2020 года, то после 2020 года, когда закончится эта стратегия развития, что вы предпримете дальше, если вы уже достигнете топа? Мы уже, я могу сказать, сейчас обсуждаем основные параметры следующего периода нашей стратегии, то есть после 2020 года, да? Но для этого, в том числе государство, как регулятор, не только в нашей стране, но и в ряде других стран, должно принять ключевые решения отношении развития рынка электроэнергетики. Я не буду сейчас вдаваться в основные там детальные подробности, но могу вам в двух словах сказать, что после того,
того, как была завершена реформа РАО ЕС России, в стране был создан так называемый механизм ДПМ, договоров о поставке мощности. Значит, это договоры, которые предполагают в случае ввода новой мощности инвесторам, то есть нам, ну, энергокомпаниям, да, получать в течение примерно 10 лет 14%, ну, возврат этих средств с рынка с 14% доходностью. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть, условно говоря, идея была в этом реформы, в том числе РАО ЕС, что у нас устаревшие фонды, прогнозируется существенное увеличение энергопотребления, соответственно, нужно вводить новые мощности для того, чтобы обеспечить этот рост. Ну, роста, как Чубайс хотел, не случилось никакого. Вот, ну, в смысле, не никакого, он случился, но совсем не такой, как он прогнозировал. Поэтому на сегодняшний день у нас примерно 20 гигаватт мощности являются лишними, профицитными. Вот. Но при этом параллельно происходит старение оборудования, которое было введено в эксплуатацию еще в 40-е, в 50-е, в 60-е годы прошлого века, и которое, в общем, надо, наоборот, выводить из эксплуатации. Поэтому то, что мы ввели нового, по сути, замещает старое. Ну и как бы это не только нас касается, это других энергокомпаний тоже. Вот этот механизм ДПМ, как раз пик этих платежей с рынка энергокомпаниям, закончится в 2020-2021 годах. Никаких решений в отношении инвестиций в отрасль других, кроме этого, пока не принято государством. Соответственно, как только они будут приняты, мы, естественно, будем их учитывать при разработке следующей стратегии. Но даже если они вообще ничего не примут, у нас тоже есть идеи, как это делать, да? Но, как мы знаем, они собираются ряд решений принять, это обсуждается активно. Это и закон об альтернативной котельной в отношении теплового бизнеса, это, значит, эталонный сбыт в части розничного бизнеса. Я просто не буду вас деталями там грузить, да, но это вот то, что у нас сейчас на повестке дня находится. И мы это обсуждаем с регуляторами, с Министерством энергетики, с рядом других министерств и ведомств, с регионами, с РЭКами, то есть региональными энергетическими комиссиями, которые устанавливают тарифы на электроэнергию и тепло. Вот. Когда мы будем понимать, то есть, собственно, каким образом будет этот рынок функционировать с точки зрения регуляторной деятельности, да, после 2021 года, мы немедленно, естественно, сформируем следующий период стратегии, как мы, собственно, уже делали. У нас была сначала стратегия 2010-2015 год с перспективой до 2020, потом мы в 2014 ее актуализировали с учетом внешних вызовов, которые от нас не зависят, соответственно, и продлили ее непосредственно до 2020. Соответственно, вот сейчас мы время от времени возвращаемся и анализируем, формируем предложение к нашей новой стратегии. Так что я думаю, компания без стратегии не останется, я так скажу. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И вопрос такой. Вот вы упоминали об энергоблокаде Крыма и о том, что некоторые рынки некоторых стран оказались закрыты для компаний. Скажите, можете ли вы рассказать, какие механизмы позволяют наиболее безболезненно выйти из таких ситуаций и поддержать эффективность работы компании? Ну, знаете, я вам так скажу, с точки зрения конкретно, это я вам говорил про в целом вызовы рынка, мы, слава богу, деятельности на Украине никакой не осуществляли, и в этом смысле мы не сильно от этого вообще пострадали, так вот прямо скажу, да. В части выхода на рынки, да, мы, ну, более нашу вот актуализированную стратегию сделали более консервативной и посвятили ее в большей степени тому, чтобы вкладывать деньги в рынки нам понятные, то есть прежде всего в российский рынок, Россию, да, и рынки, которые себя зарекомендовали определенной независимостью, то есть там, где мы продолжаем сохранять активы, куда мы инвестируем и так далее. В частности, это рынки той же Грузии, например, это там рынки там, Финляндии и так далее. То есть вот есть страны, в которых у нас достаточно стабильные позиции, в которых мы уверенно развиваемся дальше. Вот. Против политических решений идти сложно, я имею в виду, если мы про другие страны говорим, да, убедить в том, что, условно говоря, компания Интарао приходит сюда не для того, чтобы там все захватить и подчинить, значит, там, условно, Европу или кого-то там, значит, Российской Федерации, которая, по их мнению, там, агрессором является.
В этом убедить невозможно, потому что это, еще раз говорю, политика. Политикой мы не занимаемся вообще. То есть вся наша деятельность происходит исключительно на экономической основе. Поэтому все, что касается доступа на рынки, которые мы имеем, да, мы, естественно, в них вкладываем, если мы видим понятную, адекватную реакцию соответствующих государств. У нас есть проблемы не только на зарубежных рынках, у нас и в России. Да, мы обсуждаем с регуляторами самые разные вопросы, естественно. То есть тоже мы не всегда нам находим сразу взаимопонимание, но тем не менее дискуссия и некая... Основа конкурентная, да, то есть конкуренция же двигатель прогресса, в общем, то, что делает и компании лучше, и общество лучше, и так далее. Любая монополия, она, в общем, не очень имеет большие перспективы с точки зрения развития общества. А там, где есть соревнования, там всегда, естественно, лучше и эффективнее. Поэтому мы своевременно всегда сопоставляем наши возможности и наше текущее состояние с компаниями отрасли, делаем бенчмарк с вот всеми нашими конкурентами, которых я здесь упоминал, да, по сути раскладываем это все по полочкам для того, чтобы понимать, где мы эффективнее, а где мы наоборот проигрываем. Естественно, акцент на эти направления деятельности, где мы проигрываем, особое внимание таким моментам, оно всегда дает хороший результат. Поэтому тут вопрос даже не столько в том, что там делать или не делать, а то, что знать, что делать. Для этого, собственно, и проводятся вот эти репутационные аудиты, информационные исследования. Для этого мы постоянно находимся в взаимосвязи с нашими стейкхолдерами. То есть мы вовремя слышим людей. А мобильный, кстати, вот к вашему вопросу о диджитал, мобильный инструмент, как раз чем они хороши, что они позволяют очень оперативно получать эту обратную связь от соответствующей аудитории. Поэтому мы в мобильном приложении опросы проводим для наших сотрудников, для других аудиторий. Задаем им вопросы, оперативно получаем ответы. И, соответственно, на их основе принимаем решения. В частности, вот, например, мы в этом году впервые спросили у сотрудников, как они хотят отметить День энергетика. Дали им несколько вариантов ответа. Большинство проголосовало там за определенный вариант. Собственно, вот он и будет. То есть мы у людей спросили. Вот обычно мы просто сами делали, да, по нашему ощущению, что это будет симпатично, интересно и так далее. Обычно мы не ошибались в этом, но в данном случае или еще и элемент демократии сработал. Люди еще более стали вовлечены в деятельность и понимают, что их слушают, что их слышат, что это не просто там какой-то формализм, да, запустили там деньги, потратили на что-то непонятное и так далее. А здесь речь идет именно о четкой взаимосвязи, обратной связи, которая позволяет нам улучшать компанию. Причем не только это по отношению к сотрудникам, это и клиентов мы спрашиваем регулярно, наших, в том числе с бытовых компаний. У нас регулярно случаются самые разные кейсы, где там кого-то обхамили, кого-то там толкнули, кому-то что-то не дали в наших офисах, да, там того же Мосэнергосбыта. Я просто еще одновременно мне собрание акционеров Мосэнергосбыта оказало честь, избрало меня в совет директоров Мосэнергосбыта, поэтому эту компанию я особенно внимательно стараюсь улучшать, да, вот когда я вижу, что у меня есть там, в том числе в Фейсбуке мне пишут, что у вас там вот такой-то безобразник, хулиган там что-то сделал, естественно, немедленно разбираемся, даем ответ. Вот этот SMM, как раз Customer Care, то, что мы делаем вот в соцмедиа именно по отношению к нашим сбытовым компаниям, позволяет нам тоже постоянно улучшаться под справедливой критикой наших клиентов. Еще вопросы есть? Ну, если нет, тогда я очень рад к вам прийти. МГИМО – это один из лучших вузов страны. Хотя я сам закончил МГУ, журфак. Вот, но в данном случае это уже не так важно. А важно то, что мы с вами встретились как раз благодаря и Станиславу Суровцеву, и МГИМО. Вот, вам хочу пожелать удачи в этой нашей профессии непростой, пройти вот эти испытания. В перспективе, кстати говоря, мы тоже заинтересованы в том, чтобы кого-то из вас можем взять и на стажировку, и потом на работу. Так что, если вам это в конечном итоге будет интересно, то обратную связь, я думаю, вы через Станислава получите, и мы с вами в конечном итоге состыкуемся. Спасибо вам большое, очень приятно было выступать с вами.